не засовывали большую... Нет. Магическую палку. Друзья, а вы знаете, где можно найти самые веселые ролики по Доте? А если еще сюда добавить простое, доброе и человеческое общение с аудиторией, частые стримы и интересные конкурсы? Правильно, все это есть на канале Миссисипи, самого доброго и позитивного дотера. Заходите к нему на чаек и получите свою порцию веселья и упоротости. Ссылка в описании. Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Имба Шоу. Сегодня мы продолжаем играть в интересную кастомку Dota X20. Ну и как обычно, я позвал сегодня гостя, голос которого вы узнаете из тысячи, а точнее не голос, а его замечательный задорный смех. Алькор ТВ. Хорошо промыло. Всем привет. А ты думаешь, я просто так всегда на позитиве? Я понял. Ну, видите, вот в моих видео раскрывается не только имба-связки, имба-катки, имба-герои, а еще все секреты и фишки нынешних ютуберов. Зачем мне кто-то всунул 4 танка? Это тот чувак, который очень радовался, что он играет с ютуберами. Он решил, видимо, еще и поделиться с нами. Сегодня мы играем за Тинкера. У Тинкера тут очень жесткие способности. Нифига себе, 7000 урона. Прикинь, если мультикаст прокнет. Это жесть. У тебя очень мощно, да, если с мультикастом еще и рефрешить быстренько. Я же вроде что-то понимаю в этой игре. Плохо, но понимаю. Так, ну у нас уже есть один фраг, мы уже отомстили. Это наш? Не наш? Наш, не наш? Не знаю. Кто наш, не наш? А, все-таки наш. А я смотрю, тут ТП... А, ТПшка, да. Здравствуй, Луна. До свидания, Луна. Что, она умерла уже? Да. Вот тут, кстати, надо завардить будет. Сейчас я себе медас соберу и сразу же возьму блинк. Ух ты, нифига, вот это мне сейчас крипы спасли мне жизнь. Просто разделили со мной урон. У меня 18 санстрайков прилетело. Тоже благодарен этим крипам. Да, спасибо. Слушай, а мне интересно, как будет работать... О, инвокер, я тебя отомщу. Да? Да, я отомщу. Еще кого-то зацепил случайно. Каким образом? Не знаю. Как это происходит? О, как это работает? О, сейчас еще кого-то убью. Ой. А есть еще кого-то там убить? Я вообще домой побежал, если честно. Мне надоело. Отлично. Слушай, а что ты делаешь? Я убиваю. Да, походу. Не похож на игру. Да. Ага, смотри, какие все с блинками. Ой, отомсти. Жестко отомсти. Отомстил? Тебе достаточно? Да, скажи мне, пожалуйста, кто у нас пушить будет? Я потом как-нибудь пушу. Лет через 20, но обязательно пушу. Я умер, возродился и сделал трипл килл. Я жил, я умер, я воскрес. А как он попал санстрайком рандомно? Не знаю, вард может стоит. Да там у санстрайка радиус на пол карты. Нет, ну... Должно же быть это, предел. Предел должен же быть чему-то. Всех? Всех убил? Да. Всех убил. Убил. Пошел к черту. Со своим убийством всех. А смотри, как я придумал. Вот так вот. Сейчас, подожди, смотри. У меня тут Бара прибежал, но это Бара, который не в игре. Нет, смотри, вот так. Оп. Ты чё? Абуз. Не убил. Убил одного человека. Я буду просто ждать, а так. Где здесь абуз? Вот такой. Ты никогда не засовывали большую... Нет. Магическую палку. Нет. Мне тоже. Вообще никакую палку мне никуда не засовывали. Да конечно. Ты же Dota играешь. Как ты тебе палку не засовывали? Кого ты пытаешься обмануть? Кому ты пытаешься соврать? Реакция лонгуста. Изи! Так давай вместе стоять, чтобы урон разделять. До свидания. Ну помоги мне. Разделил? Спасибо. Это ты
сейчас в зеркало, что ли? Слушающий вид себе придумываешь? Мысли. Я уверен, что мне поможет Octarine Core. Не знаю, зачем он мне, но... КДшится быстрее, верно? Да. Верно. Ой, друзья, Тинкер — это просто жесть, это имба в Dota X20. Катайтесь за него, веселитесь, делайте, как и мы вместе с Алькором, по 350 рампак на каждые 30 секунд игры. Да, это было утрировано, но все же с вами был сегодня канал Имба Шоу. Играли мы в Dota X20 вместе с нашим гостем с канала Алькор ТВ. Да-да-да, не забывайте подписываться. Главное про рекламу. Так что, друзья, катайте в эту замечательную кастинку, веселитесь, поднимайте себе настроение так же, как и мы сегодня с Алькором. Не забывайте тыкать лайки и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Вот, ну и тащите катки, друзья. Всем удачи и всем пока.